Итак, всем привет, я сегодня покажу, как скачать Fortnite на Android бесплатно. Вот эта загрузочка у нас идет. Вот, я начинаю бой, короче, сейчас поиграем немного, я покажу потом, как скачать эту карту и все. Так, типа, винтовка, вот. Ой. Типа, ну вот, тут все нормально так работает. Оп. Строить тоже можно. Так, заберем. И так попробуем с АВМ поиграем. Блин. Что это было? Я прям нацелился, блин. Кирку только нельзя брать, это жалко. Странно очень. Сейчас. Пацаны, дайте похилиться. Я еще сдохну. Я сдох. Ладно, давайте. Покажу, как скачать. Просто заходим в YouTube. Говорим обновление игр. Обновление игр, вот. Вот этот канал находим. Заходим на него. Видео. Fortnite фан проект на Android обзор. Вот, вот это. Fortnite Mobile. Ой, извините. Так. Пропускаем. Игра норм топ. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новый обновленный фан-проект Fortnite вот так, на Android. Скачать. Возможно, кто-то из вас знает, зачем нам скачивать. И вот тут скачиваем. После того, как мы скачали, там будет АПК и какой-то еще файл. Но он не распаковывается ни в Android, ни в Delta. Так что я не знаю. У меня типа все распаковывается. Ну как, я ничего не распаковывал, я просто скачал и начал играть. Не обратил внимания на этот кэш. Ну, ладно, всем пока. Это был краткий обзор на Fortnite и туториал.